Всем привет! Сейчас я вам расскажу, покажу, какие у меня перепела выросли. И вообще перепелиное хозяйство небольшое наше. Вот, вы сейчас видите перепелят, породы Техас и Феникс. Техасцы желтенькие, а фениксы полосатенькие. Тут есть вот такие вот коричневые, темно-коричневые. Это переопылились, скорее всего. Ну вот так. Всех с наступившим Новым годом. Счастья, здоровья, чтобы ваши мечты все исполнялись. Так, а там у нас белые гиганты. Около 50-60 голов. Утяжеленные. А здесь около 70-80, ну точнее, позже скажу, когда подрастут, тогда пересчитаю. Вот, не видно, у перепелов здесь полумрак всегда. Сейчас поярче сделаю. Купил вот такую трехэтажную клетку, не видно. Вот здесь 4 этажа. Клетка. Здесь первый, второй и третий. Здесь у нас молодняк техасцы. Фениксы. Так, не видно. Вот. Молодничок техасц. И Феникс. Вот. Включил вспышку. Вот. Это техасцы, фениксы здесь. 16 штук по 8 штук. Каждый здесь. У меня техасики. Всего здесь 13 штучек. 3 самца. И идут и 10 самочек. Здесь молодняк селядон порода. Так, здесь тоже селядончики, которые несут синие яйца. Здесь этаж пустует. Здесь у меня фениксы. 18 курочек и 4 самца. Вот. Нету яичек. Вон девчонка смотрит. Цып-цып-тип-тип-тип. Так. Чего не нанесли? Ну, какашка только. Так, нету. По поводу корма. Чем кормлю? Вот. Обычным. Сейчас покажу. Вот. С не стартовым, а перепелки от 43 дней и старше. Сейчас бумажку покажу. Вот,